8 декабря игра «Мордовия-Рубин» стала 300-й в российской премьер-лиге для капитана казанской команды Олега Кузьмина. Число внушительное, и стоит отметить, что большую часть этих игр Олег провел за казанский «Рубин». Запрос на Кузьмина, и вновь Олег Кузьмин. Ну какой же классный футболист, как он четко видит ситуацию. И мы представляем вам 5 характерных черт футболиста Олега Кузьмина, которые сделали его тем лидером «Рубина», которым все его знают. Возможно, многие об этом не слышали, но капитанить Олегу доводилось и до «Рубина». С 2002 по 2003 год он выступал в составе Олимпийской сборной России, где провел 8 матчей и был капитаном. Кузьмин по праву относится к категории незаменимых. Защитник пропускает матчи только в случае перебора карточек. Взгляните на статистику. 14 из 17 игр этого сезона Олег отыграл от свистка до свистка. И это в 33 года. Всего 2 полевых игрока РФПЛ старше 30 лет, Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий, провели на полях премьер-лиги в этом сезоне больше минут, чем наш футболист. Нельзя не сказать и про бойцовский характер Кузьмина. Олег всегда бьется на поле до последнего, подбадривает команду перед игрой, регулярно вступает в единоборство, заряжает партнеров во время игры, но при этом держит себя в руках. За почти 150 матчей за «Рубин» Олег всего раз был удален, да и то не прямой красной карточкой. Манера игры Олега Кузьмина запоминается еще и тем, что он выполняет не только оборонительные, но и атакующие действия. Его подключение нередко приносит «Рубину» очки, и в каждом сезоне Олег набирает свои результативные баллы. К слову, в сезоне нынешнем Кузьмин наравне с одноклубником Набиуллиным лидирует по количеству голевых передач среди защитников во всем чемпионате России. У наших игроков по 3 ассиста. Более того, в этом сезоне у Кузьмина накопилось больше результативных действий, чем у всех защитников основного состава сборной России вместе взятых. А всего за «Рубин» Олег забил 3 мяча и отдал 13 голевых передач. 2 предыдущих сезона Кузьмин не закрывал чемпионат, не забив свои мячи. И надеемся, что текущий сезон не станет исключением. Незаменимый и результативный, харизматичный и умный игрок. Боец по характеру и лидер казанского клуба за пределами поля. Он один из тех, на кого надеются, на кого равняются и от кого стараются не отставать. Капитан «Рубина» Олег Кузьмин.